чудесные свойства кефира. Кефир – это кисломолочный продукт. Для получения нужной консистенции применяются живые бактерии. Это экологически чистая бактериальная добавка. Поэтому готовый продукт содержит полезные микро- и макроэлементы. Пробиотики. Кефир подойдет в качестве отдельного напитка, как дополнение при приготовлении кулинарных блюд и даже десертов. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Укрепляет иммунную систему, выводит шлаки и токсины из нашего организма, нормализует сон. Осторожно! При наличии проблем с ЖКТ стакан кефира натощак может привести к расстройству желудка. Кефир – это безопасное мочегонное средство, может стать причиной многократных пробуждений из-за позывов сходить в туалет. Белок в составе кефира может замедлить процесс восстановления организма. Утром могут появиться головные боли и мышечные спазмы. Любите кефир? Когда его употребляете? Утром или вечером? Пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на обучающий контент. До новых встреч, друзья!